Итак, всем привет! Всем привет! Почему я сижу с Windows 10? Это ноутбук у меня, другой совсем. Вы все его прекрасно знаете. Железо здесь вот такое вот. То есть это 5-е поколение Intel, 4 гига оператив. А Windows 10 здесь 22H2. И был у нас... Давайте зайдем в браузер. Состоялся вторник патчи. Мы не будем смотреть на версии LTSC. Мы будем смотреть на версии, которая вот сейчас актуальна. 20H2 получила патч, 21H1, 21H2, 22H2. То есть вот это все Windows 10, и оно все получило патчи. Поддержка Windows 10 — это тема для отдельного ролика. Он уже готовится, тема интересная. Обсудим, поговорим, подискутируем. То есть это нормально. Вместе с патчем, все помнят, что вот поиск показывался как строка поиска, только при панели задач вот такой большой. Но теперь у нас вот такой поиск с маленькими кнопками панели задач. Вы знаете, я вот что думаю, многие, наверное, со мной согласятся, может не согласятся, не знаю. Я хотел бы, чтобы Microsoft вернула Windows 11 использовать маленькие кнопки панели задач. И чтобы... Пускай вот это все положение панели задач будет по центру, но сама панель задач будет с маленькими кнопками. Так оно более симпатичнее, мне кажется. Я не знаю. Может, кто-то со мной согласится, может, нет. Но это вот лично мое мнение, и отступать я от него не собираюсь. Только вот из-за этого и хочется на Windows 10 сидеть. Ну, потому что она поаккуратней, несмотря на новый интерфейс, 11-й Windows. У Windows 10 все более так аккуратненько. Я хотел бы, чтобы также было на 11-й. То есть положение меню пуск кнопок и панели задач по центру, как они сделали. Я уже к этому привык, пускай будет. Но вот использовать маленькие кнопки панели задач лучше вернуть. Оно привычнее. А также неизвестно, почему вот Microsoft убрала вот эту фишку с перетаскиванием значков вот сюда. Тоже хорошо бы вернуть. Она еще ее не убрала. Этого нет в сборках Developer, то есть для разработчиков. В обычной 22H2 оно есть. Windows 11. Второй вопрос. Windows 10 получила Media Player, как в Windows 11. То есть Windows Media Player теперь, это свежая новость, его обновили, стал такой же, как Windows 11. То есть с параметрами, пусть к библиотеке музыки, пусть к библиотеке видео, тема, контрастный цвет, все вернули. Эквалайзеры, тут все настройки, все вернули, как было в Windows, как стало в Windows 11 по-новому, так сюда и сделали. На мой взгляд, Windows 10 сейчас, в данный момент, будет держаться до самого конца. Microsoft подтвердила, что до 14 октября 2025 года она будет ее поддерживать. Но это тема для нового видео. А если данный ролик понравился, лайк, подписка, комментарий. И до встречи в новых роликах. Всем пока!